Ты меня боишься? Меня? Ты видел, как я собаку зарезал? Так что брат, это будет вот такой репортаж. Вот так, Россия! Слушай, когда баба, ты ее ебешь людей, чтобы о браке или хуе? Вера, ты больше не будешь. Никогда не будешь. Как она называется? Восточная сказка. Восточная сказка, ну жопа ее называй. Я рукой за трубку зацепился, потому что жопа только была, да. Планочки, а ну висели так. У меня стук. Стукчак хороший. Слава тебе, Господи, то ли теплый. Мы не умеем. Выпили 2 литра. И как мужик. Ты меня боишься? Меня. Ты видел, как я собаку зарезал? Так что дети пора. Я сказал, могу любого наказать, но голубя. Это вообще любого. Вы меня тащите по жизни, вот так. Спасибо, вы молодые. Я уже не совсем дряхлый. Вот и все, что было, вот и все, что было. И все, что тяжелее. Если он тебе дал 4000, ой, ты ему, ты дал ему 4. Клянусь Аллахом, я с ним работать не буду. Это я покажу. Ну, пока. Все? Ты уже записан. 4000. Он мне дает 1,5. И говорит 3. Значит, он врун. Аллах видит все. Завтра будет готов. Как я буду работать? Ёб-сыба, руками. Нет, без факта. Ты слушай, когда баба, ты ее ебешь людей, чтобы о браке или хуе? Иди. Завтра заберем. Брат, это будет вот такой репортаж. Ты больше не будешь. Никогда. Не будет? Никогда. Ух, как, Виктор, ты красиво это сделал, а? Обалдеть. Ты прям джигит. Блоком. Друг. Вот другу плохо. Вот это мы возьмем домой, только не в этой. Я прям как грудь женщины целуешь. Вот это мы возьмем домой на 3. Вина. И потом поговорим. Скажи, подписывайтесь на канал Джека, как обычно. Обычно подписывайтесь на канал Джека. Ставьте лайки, комментарии. Не ставьте ни лайки, ни комментарии. Просто подписывайтесь на канал. А там как хотите. И не видели девочки и Доника в радости молода вышла иди. Чиновника рано в ранці воду брать, а за нею коза чедіко веде коня на пува. Знаю, знаю, дівчиноника,
чим я тебе розгнівив, що я вечора із вечора кращу тебе полюбив. Що я вечора із вечора кращу тебе полюбив. Оба! Водоростом невеличка, ще й руками молода, русокоса до пояса, з боку лента голуба. Все. Во! Дальше слов не знаю. Що він з нею робив? З конем. Так, мы уже уходили с кабака. Ну как получилось? Вот, друзья, Виктор, новый Володя Козёл. Это уже цензор. Надеюсь, YouTube не заблокирует мой канал. Так, козла. Гера, иди сюда. Друзья, видите, какие мы безбашенные. Ёпта, сказал бы, ёпта, мы были брать вон туда, на скамеечку. Тебе бы такой клип на скамеечку. Бабах. Друзья, вот такой вот у нас веселый контент. Так, меня тут как оператора. Ну, Виктор, видите, большой человек. Это мне страшно ходить и снимать. Собака, главный парень, блядь, для слепых. Дайте, вон машина едет. Заливайте повечері, щоб через віття лилося. Що хуйньою, блядь? Пошли! Вон малость отпускаю, идем пить водку. Вот, блядь, Виктор меня. Друзья, вот мы с Виктором уговариваем Сергея пойти присесть. Вина, вот там. Но Сергей потерял свой литр вина. Никак не может его найти. Все, пизда. Смотри, вот. Пизду мы тоже успеем, а вот едет автобус. Куда нахуй? Сереге надоело жить. Он решил догнать автобус. Дурак ты, блядь. Подожди, выпрыгни, видите, блядь. Ёбчи, блядь, куда ты бежишь? Давай на лавочку сядем, выпьем вино. Вот так, Россия, все, Сергей нас покинул. Брат! Не расстраивайся, Витя. Ну что, пацан убегает, да? Он испугался просто твоих размеров. Да ебал на все размеры. Но это, мне кажется, он уже не хохол, он больше москвич. Нет. А москвичи обычно такие пугливые. А меня смотрят, наверное, москвичи, я думаю, на меня за это не будет отписок. Подожди. Ну,
все-таки он чего-то испугался, друзья. Чего-то он... Это не похоже на встречу двух земляков. Друзья, заведение называется «Восточная сказка». А скажи, пожалуйста, адрес, как сюда людям добраться? Здесь очень вкусно. Улица Третья Подлесная, дом 14. Вино обалденное. Вино, я такое в жизни не пробовал. Вот я сколько живу, 37 лет, и впервые попробовал настоящее вино. Вы что, которым... выпили 2 литра? Как мужики тебе. Да, да. Еще и баб напугает. Обалденный хлеб. А сыр очень вкусный, все очень вкусное. А самое главное? Долма, долма обалденная. С бараниной, да? Уважение. Вот. Моя собака не дура. Спасибо. Друзья, приходите, правда, здесь очень вкусно, гостеприимно, хорошая музыка играет. Ну, а музыку слышно? И немножко, и приятные люди. Ну, один человек уже ушел, не очень приятный, но... Украинец причем. Нет, он не украинец. Ну, 30 лет прожил в России. И что-то фундосил за Украину. Поэтому, друзья, приходим вот еще раз в это заведение. «Восточная сказка» называется. А какая это станция? Извини, пожалуйста. Станция как называется? Новоподрезка. Скажи погромче. Новоподрезка. И еще разок адрес. Новоподрезка, улица Третья Подрезка, дом 14. А остановка? Вот тут, через дорогу. Как остановка называется? Здесь вторая подрезка. Друзья, на выходе из кафе я обнаружил, что у меня нету паспорта и кошелька. Я немного пьяный, веселый. Ну, уже, наверное, не такой веселый. Скорее всего, это Сережа, который ушел. Больше никого рядом не было. Взял мой паспорт и кошелек, в котором было не так много, сейчас повторюсь, 1000 рублей, но все равно как бы это деньги. И документы, такие большие документы. Документы — это большие деньги. Так, поэтому я думаю, Сережа, если ты смотришь это видео, я иду с этой записи в полицию, и ты увидишь себя в новостях. Еще раз. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Я прошу прощения. Пидорасов, прошу не подписываться. Это ясно, мне так противно. Я думал, что он друг, на украинском языке разговаривается. Разговаривает. Мы выпили, хорошо. У тебя ничего не пропало? Нет. А что мне может пропало? У меня пропал кошелек. Где и душа? Нет. Ну, деньги тоже небольшие, рассчитаться за вино. Ребята, так жить нельзя. Даже если ты нищий, скажи и дадут. Ну, только скажи, что я не могу заработать уже, не могу. А не летай ничего, не летай ничего. Скажи, я не могу заработать. Любой даст, любой. Потому что в Бога никто не верит. Чай за свои слова. Это было 5 лет назад, когда строили церковь. Были леса. Я дурак с баяном забрался, где вот черная полоса, и играл на баяне. Батюшка подумал, что это невероятно, но он меня снимал. Но я же тоже боялся. Я рукой за трубку зацепился, потому что жопа только была на планочке, а ноги висели так. Тут нельзя брать. Батюшка сидит. Иоанн. Настоятель вот этой церкви. Он сам снимал. Ну я не герой. Просто... Не пойду. Пошли кушать.
курицу, пиво, волю поднять. Николая. Поверьте, можно сейчас покажу. Пойдем, это не я придумал. Вот я прихожу и ухожу. А вот это дерево, то есть, кстати, наверное, покажи вот так. Вот так покажи. Он стоит уже много лет. И если поставить любого из нас, любого из нас, стоять хотя бы 3 дня, обосрется. Серьезно. Он стоит туда. Ой. Простите. Хотите, не простите. Показал, вот. Вот оно, вот. Вот же. Блять, подожди. Тротуар. Вот все. Он стоит, а мы просто ходим, бегаем. Думаем, что мы умные? Нет. Против дерева любой дурак. Любой дурак против этого дерева. Ну вот мы ходим, ищем паспорт, не можем найти мой паспорт. Там был портмоне, у меня кошелек, там у меня права водительские, удостоверение, вернее, водительское. Там у меня также полюс медицинский страховой был. Также у меня там карты были. Не буду какие банки называть, но были карты. Много карт, это долго времени займет. Вот мы с Виктором ходим, ищем, ничего не нашли. Наверное, все-таки тот тип где-то далеко их выкинул. И зовут его вовсе не Сергей, а как-то по-другому. А почему ты считаешь его по-другому? Ну, потому сказал что, хоть Володя, хоть Коля, какая в гараже. Мы его документы не смотрели. Но прикинулся пьяный, выпил мало, пришел трезвый. Взял, как это? Ну, не важно, что он взял. У нас было литр вина. Ты вообще не пил днем. Ну, да. Вообще не пил. Литр вина, потом это. Мы взяли литр вина. И литр взяли, я хотел, чтобы ко мне пошли домой. Но он прикинулся пьяным. И сразу резко, ну, видно на этом, как он ушел. Да мне сразу, друзья, мне сразу рожа, даже не лицо, а рожа. Тебя, говоришь, Сергей зовут, вот я тебе на Ютубе передаю привет, пусть эта страна посмотрит. Кстати, если кто-то будет пострадавший, вот вам будет человек, если вы в нем его опознаете, от его деяний, как вы можете обратиться в правоохранительные органы. Все зафиксировано на видео, вернее, не все, но больше в зале никого не было, кроме нас троих. Да, но я отходил. А ты где был, когда я отходил по поводу курить, заводу? Курить раза три я отходил. Он оставался сам, я не могу. Но видео будет видео видно, что человек, конечно, сложно его назвать человеком после этого, что он
подсел к моей куртке, к моей парке, вот которая сейчас, которая висела на стуле, постоянно на нее косился. То есть человек уже, я сейчас видео пересмотрел, человек уже думал, наверное, как бы это ему залезть в чужой карман. Но дурак не знал, что там не миллион, а два. Пришел я в полицию, в полиции мне говорят, что это постоянный клиент, но камера почему-то у них не работает в зале, где мы сидели, хотя, по идее, камеры должны быть везде. А в каком я отделении полиции? Волжанинов. А, точный адрес? Синявинская, дом 11, что-то так. Вот, друзья, вели вышестоящие органы. Прошу обратить внимание, что сотрудники полиции так вот себя ведут, говорят то, что, кстати, съездили за 5 минут до кафе, хотя до него добираться на машине как раз минут 5 только в одну сторону отсюда, где я был в отделении. За 5 минут они успели съездить туда-обратно и всех допросить. То есть это вам странно, вам это не кажется? Вот так у нас полиция работает в городе Москва. Черкизово, да? У нас здесь. Волжаниновский район. Волжаниновский район. Деревня бывшая Черкизово, остановка. У меня плохо, мы вчера еще отравились с Виктором. Да или курицей, или вином, непонятно, чем так. Вот, и извиняюсь, что у меня такой вид не очень веселый, скажем. Как вид? Ну, веселый, да. Веселый у меня теперь будет не скоро. Так, мих. Сейчас все будет хорошо. Все будет хорошо. Как что-то прояснится, я еще сниму видео. Потом буду монтировать ролик. Ты покажи природу, какая хорошая. В Швейцарии отдыхает. Смотри, какое дерево и вот чага. Вот. А это гриб-паразит. Дерево, она. И нам тоже скоро придет она. Чагу очень тяжело найти. Настоящую, да. Которую на терочке пропускаешь, на кофемолке. Красивые дома, красивая природа. И это осень. Это еще не зима. Я люблю такую погоду. Вот люди ходят, улыбаются. Нет, украли. Украли паспорт. Украли паспорт. Где ты уже? Где там уже он лежит? Ну, все. Друзья, а сейчас мы с Виктором, ну, вернее, я вот буду искать в помойке свой паспорт. Да ладно. Все помойки будем обыскивать. Такая вот помойка. Ты покажи, какой паспорт красивый. Вот. Паспорт мой тоже красивый был, Виктор. Но паспорта нету. Конечно, сюжет, я думаю, прикольный. Не у всех каждый день пиздят паспорт с документами. У меня же там регистрация, кстати. У меня прописки нет, у меня регистрация. В Москве московская регистрация. Не ехать теперь к дальним родственникам в Москву за своей копией регистрации. Восстанавливать паспорт. Вот. И, друзья, у меня полная жопа. Так, сейчас еще я в помоечке посмотрю. Сейчас, друзья, еще в помоечке. Я теперь как бомжик. Без документов лазить по помойкам. Вот. Так, ну, здесь. Извиняюсь, за пальцы здесь нету. Это уже, наверное, 20-я помойка, которую мы с Виктором проверили. Вот. Виктора я не стал снимать, как он лазит. Позорить. А себя решил засветить. Ну, я считаю, это не позор. Люди пранки снимают в туалете. Коты, раз. Вот, ты покажи, какой проход будет. Дерево упало. Я буду сейчас идти, а ты покажи. Так, ну, рост у меня приличный. Я вот так показываю жопу мне, мою жопу показываю. Я вот так. Так тебе это иду никак. Домой. Можно или нет? Ну, выходи. Во, правильно, правильно, попал. За фотосессию. Это мой друг. Лучший после Гитлера. Слушай, а ты писал? Нет. Ладно. Виктор, поделись все. Нашей бедой. Беда. Слышишь, вчера были в жопе, ой, ну,
как она называется? Восточная сказка. Восточная сказка, ну жопа ее называют. Слушай, пришел мужик, сейчас мы тебе покажем. Украинец вроде, туда-сюда. Мы взяли литр вина. Да, не нормально, посидим, там еще салат, сырный салат. Ты предупредишь, что это просто блогер. Слушай, дальше. Нормально все. Он подошел, взял эту, тоже такие там... А мне он не понравился, тебе говорил. Потом я не послушал. Ты человек, который всех приглашает в гости, Виктор, это такой вот человек простой. Да. А я не простой. Да. А я взял... нет, не взял. Он к нам сел. Я хотел, чтобы рядом. Нет, рядом, Бог не сел. Тоже взял вина. Ну, тоже не пьяный. Ну, я выходил, там танцевал чуть-чуть на одной ноге. Тут раз, там, да, выходим, раз прощались. Он говорит, мне паспорт. Паспорты там, ну, 1000 рублей было. Короче, карман легкий, а у меня с одной стороны паспорт и кошелек. Понимаешь? И вот мы ходим, лазим ищем. Ну, сейчас мне тебе покажем. Может, ты его знаешь. Он сказал, ну, хохол. А-а-а. И постоянный тут, ну, ты что, людей видишь. Понимаешь? А что только? У нас тут Сашка только, который, ну, ты знаешь. Я только что с ним был. Я только стану взлёбся, ты что? Ну, да. Я только что у него был, тем более, что он не пьет. Так, ладно, конец съемки. Сейчас я буду говорить. Скажи, друзья, подписывайтесь. Подписывайтесь на канал Жека. Будет весело. Мы завтра еще что-нибудь попили. Не знаю, чем это. Ну, то, что мы ели курицу и вино пили. Ну так а чем? Нам стало плохо. И тебе, и мне. Я пропоносился, а ты проблевался. Нет. У меня такой организм, что если я пью вино много, а я выпил 2 литра, наверное. Ну, 1.5 точно выпил. То, потому что литр сам, а 2 литра втроем. Но и отец у меня также. Вот на второй день просто идет, организм не принимает вот вино. То это я на вино не грешу, вино вкусное. Ну что ж, а я просрался. Народ, извиняюсь. Курицу тихо ночью жрал. Не знаю, что ты прожрался. Я... У меня стук. Стукчак хороший. Слава тебе, Господи, то ли теплый, но не у меня. Все, конец съемки. Конец.